Сегодня мы рассказали об изменениях при выплате пособий многодетным семьям. Однако существуют и другие выплаты, к примеру, малоимущим семьям. Знают ли жители Стерлитамака, каков размер таких пособий и что можно купить на эти деньги, по их мнению? Мы выясняли на улицах города. 1003, наверное. Ну, может, 1200. 7000, 7200. 1005, 6. По 6200, по-моему. 120 с чем-то, вроде 28, где-то так. Вот на самом деле, пособие выплачивается каждому ребенку по 142 рубля. Как вы считаете, что можно купить на эти деньги? На эти деньги даже трусы не купишь. Сейчас детские трусики, вот я хотела купить, 157 рублей стоит. Ничего. Ну а что, кроме спичек, что можно купить? Ничего, даже ни ползунки, ни колготки, ничего не купишь. Молоко пакет нельзя купить. Вот как так жить целый месяц? Если продукты, печенье килограмм, трусы и все, наверное. Ну да, можно купить пакет молока на 140 рублей. Ну что еще может? Кефирчик, творожок. И все абсолютно. На сегодняшний день размер детского пособия малоимущим семьям составляет 142 рубля. Одинокие мамы получают выплаты в размере 284 рубля. Также повышенный размер пособий получают семьи, если отец призван к военной службе или один из родителей находится в розыске.